Этот год был не особо богат на гоночные игры, и действительно достойных вышла маленькая горстка. Но в то же время они сильно порадовали нас. Тут были и потрясающие пейзажи, и крутые суперкары, и гоночные трассы мирового класса. Представляем вашему вниманию претендентов на лучшую гоночную игру 2014 года по версии зрителей и, конечно же, редакции X-Games Game TV. Drive Club. Игра с великолепным потенциалом, отличной физикой и приятной во всех смыслах картинкой. Это настоящий глоток свежего воздуха в жанре автоспортивных развлечений на консоли PlayStation 4. И на сегодняшний день Drive Club — главная гонка PS4. Forza Horizon 2. Локации, обширный список автомобилей и восхитительная визуальная сторона. Помимо прочего, ездить здесь всегда интересно. Прекрасная, практически идеальная гоночная игра с яркой праздничной атмосферой и достойной соревновательной частью. The Crew. Достойная замена Test Drive Unlimited. Кататься с друзьями или же со случайными игроками не менее весело, чем просто колесить по миру. Прохождение миссии сюжета уже уходит на второй план. Сюжет, как для гонки, очень достойный, и проходить его интересно. А прекрасный мир, хорошая графика и сетевая составляющая не оставят гонщиков равнодушными. Grid Autosport покажет вам настоящий автосимулятор. Если вы хотите хорошо и интересно провести время за рулем, а также получить удовольствие от самого процесса, более хардкорная, улучшенная абсолютно во всем версия Grid 2, которую нельзя не полюбить, если вам нравится автоспорт. Пришло время подвести итоги голосования наших зрителей и рассказать о выборе редакции. И победитель зрительского голосования в жанре «Лучшая гоночная игра 2014 года» стала The Crew — прекрасная гонка с открытым миром. Достойные сюжеты, сетевая составляющая, относительно неплохой автопарк, обилие тюнинга и разнообразие занятий — это и есть The Crew. The Crew стала лучшей гоночной игрой года по версии зрителей X-Games Game TV. Редакция X-Games Game TV выбрала Forza Horizon 2. Это лучшая, по нашему мнению, гонка для Xbox One и, конечно же, лучшая гоночная игра этого года. В то же время очень отличное продолжение автомобильного веселья. Forza Horizon 2 есть почти все, о чем мечтает истый автомобильный фанат. Forza Horizon 2 — лучшая гоночная игра по версии редакции X-Games Game TV. И чтобы не пропустить следующую номинацию, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх и заходите на наш сайт xgamesdefistv.com. До скорой встречи на X-Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами.